Всем привет! С вами снова канал MLP Челси Браун. И сегодня я снимаю распаковку Advent календаря Lego Friends. Новогоднего календаря Lego Friends. Четвертый день. Третий был вчера. Сегодня мы откроем вон то вот верхнее окошко под номером 4. Я еще совершенно не знаю, что там будет. Нам уже попадались вот то, что стоит на диораме. Андрея, санки вчера и позавчера вот эти вот коньки. Еще у меня тут стоит моджик, но он нам не попадался. Он из серии Animal Planet, я его показывала в самом первом выпуске. Ну так, итак, давайте уже не медлить, а посмотрим, что у нас внутри четвертой ячейки. Итак, я открыла, но я еще не знаю, что там. Давайте посмотрим. О, нам попался снеговик! Давайте же скорее его соберем. Я никогда еще не было снеговика. Давайте достанем. Тут довольно много деталей по сравнению с тем, что было в прошлый раз. Ну как, ну нормально. Такой вот снеговик должен у нас получиться. Давайте сейчас я соберу вам и его покажу. И вот такой снеговик у нас получился. Он очень красивый, имеет шляпу, веточки-ручки, цветочек-пуговичку. Сзади вот так он выглядит, и в нем очень много деталей по сравнению с тем, что было в другие дни, в первые дни. Мне он понравился. Также вот к этим конькам шло 2 запасных детальки, к нему уже шло 3 запасных детальки. Все их я сейчас складываю вот в этот вот ящичек от столика. Напоминаю, что обзор на весь мой замок я делала вчера. Вот такой вот хороший снеговик. Давайте его куда-нибудь поставим. И пусть он тут у нас красуется. Даже вот здесь вот. А еще сегодня я хотела вам показать то, что у меня появилась вчера еще одна коробочка Sweetbox Pony. Она стоит вот там. Если у меня до этого были Mytle Pony, то это просто пони. Потому что Mytle Pony в нашем магазине пока закончились. Но их буду еще покупать и собирать. Но эти пони мне тоже очень нравятся. Как-то раз я делала обзор на вот эту поняшку ледяную, которую зовут Диана. А вчера мне попалась другая поняшка. Ее зовут Синди. Вот так она выглядит. Тут я ее поставила. К ней шла карточка, как и к Диане. Такая вот карточка. Тут написано все про нее. Что у нее стихия воздух. Какая у нее любимая нота. Ну, в общем, она звездная пони. Давайте на нее поближе посмотрим. Вот такая вот у нас Синди. Она голубая. Эти пони бархатные. Но у них грива то есть обычная, а сами они бархатные. Грива у нее в виде таких звездочек желтых. Давайте ее сюда вот поближе подставим. И вот у нее есть корона. Ну, хотя у них на рисунке разные короны. Здесь она точно такая же, как и у Дианы, просто белая. Вот фиолетовые глаза, точно такие, как у Дианы, только просто другого цвета. Метка у нее получается нота Си и звездочка. Там у нее была. Там, правда, я не особо разбираюсь в нотах. Тут не было вроде написано, какая у нее любимая нота. Но тут тоже есть нота. Ну вот. Синди очень милая. С другой стороны, вот так просто выглядит. Стоит она не в какой-то необычной позе, а просто на всех своих 4 ногах. Немного вот склонив вот эту ножку. Мне она очень понравилась. Ну, она связана с принцессой Луной, как бы со звездами. И вот эта вот коробочка, еще раз покажу вам. Пони Sweetbox. Там еще был мармеладик. Ну и на этом я хочу закончить наш сегодняшний обзор. Ждите видео завтра. Это было все. Всем пока. С вами была MLP Челси Браун. Подписывайтесь на канал, комментируйте и ставьте лайки. Всем пока.